В республике продолжается строительство Карачаевского группового водовода, который позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов Карачаево-Черкесии, куда входят поселки Новый Карачай и Орджоникидзевский, аулы Кумыш и Сарытюз, плюс село имени Костахи Тагурова. Работы по строительству этих систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». Также в этом году в регионе развернулось строительство еще двух коммунальных объектов – сеть группового водоснабжения населенных пунктов Адыгейхабльского, Хабесского, Абазинского и Ногайского районов, 15 населенных пунктов и строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбай». Все перечисленные объекты позволят обеспечить чистой водой свыше 66 тысяч человек.